Вітаю шановних земляків. В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні ми до слова запросили Бориса Яковича Фельдмана. От у мене на столі переді мною ваші 4 книжки вами написані. От є і поезія, є і проза, є історіографія, а історіографію ви, знаєте, як ніхто маєте право написати, адже 80 років... І тут в Харкові народився, і всю життя в Харкові. І ви харківську історіографію можете писати. Да. І, до речі, у ваших віршах, у ваших книжках це і є. Да. Борис Якович, от я прочитав ваші стихи, і от в одному із них ви упоминаєте своє дитинство. Да. Дитинство довоєнне, дитинство моє, стихотворення називається. Да, как давно это было, я вспомнил детство голодное мое. Так у меня в жизни сложилось, небо выдало решение свое. Я родился в переулке, где жили снобы, назывался Мордвиновским, затем стал Кравцова, вырос и жил здесь до женитьбы, оказавшись в жизни новой. О раннем детстве я помню мало, мне было всего 6 лет. Во дворе мы в песочке играли с Люсей Гурченко. Такой был у нас дуэт. Да. То есть вы с Людмилой Гурченко жили в одном дворе? Породнились и жили в одном дворе, да. Да. Скажите, а вы встречались с ней потом? Конечно. После войны? Конечно. Вы что же, вернулись из эвакуации, да? Конечно. И они же и жили в том же дворе, где... Нет, она уже в другом доме жила. Я в другом. Ну, так встречались. И после того, как она выступила в кино, тоже встречались. Тоже, ну, так встречались. Понятно. Кто еще из таких знаменитостей был с вами близок? Со многими. С Евтушенко. С Евгением Евтушенко? Да, с Евгением Евтушенко мы были, часто встречались. Понятно. Скажите, вот детские воспоминания, они самые яркие. Да. Скажите, а как вам вспоминается эвакуация, поездка туда? Это страшное воспоминание. Я же говорю, я в стихах здесь же написано, как я последний эшелон товарный. Мы опоздали, предпоследний мы опоздали и попали в последний эшелон, который шел из Харькова в эвакуацию. Это в 41-м уже. Так тот предпоследний эшелон разбомбили. Понятно. То есть судьба так сложилась, и так вам повезло, да? И самое интересное, и в наш вагон попал снаряд, но не разорвался. Когда мы ехали, тоже бомбили. Именно там, где вы ехали? Там, где мы ехали. С мамой, да? Да. Были в Казахстане. А где именно в Казахстане? Урицк. Село такое Урицк. В 43-м году, 23 августа взяли Харьков. Угу. А 6 октября мы приехали в Харьков. Понятно. Мать была партийная, член партии. И она, в общем, она поехала в Харьков. В 43-м мне было 8 лет, брату-младшему 6, и бабушка. Однокомнатную какую-то дали нам во дворе. Как Харьков? Каким он был в то время? Это было жуткое зрелище. Мы шли, приехали на вокзал этот, Балашовский, и шли пешком до центра. Все стояло... Провода оборваны, все они людей развалены. Бомбежки постоянно продолжались. И вот вы пришли к себе на Клочковскую, ваш дом цел был? Да, и нам дали комнату, одна комната, угу. В которой печка стояла посредине, труба в окно. И вот так мы жили. Когда удалось улучшить жилищные условия? Это уже в 47-м году, по-моему, первый раз молоко увидел. Понятно. Когда мать работала день и ночь, а мы на улицах росли. Вот так.
понятно. У вас очень много в стихах есть о том, что, вот вы знаете, даже вот такое тяжелое детство не помешало вам любить жизнь. Да. Я люблю яблочных садов весеннее цветение, большие клумбы расцветающих роз и пышных снежинок лихое кружение, и первый зимний легкий мороз. Я люблю, когда люди решают любые вопросы с умом и никогда не позволяют добиваться цели силовым путем. Скажите, вот такое жизнелюбие, вот как вам удалось сохранить? За счет чего? Мне все было интересно. Мне было с радостью воспринимал все. Даже трудности. Закрывал глаза, упирался, не ждал никогда ни от кого помощи, не ждал каких-то там... Сам упирался, сам добивался чего-нибудь, хоть помаленьку, но что-нибудь. Все равно забивался с чего-то самому. Теперь даже когда женился, я получал 65 рублей, а жена 40, учительница младших классов. У нас не было... Мы ездили... А жили с женой там же, у родителей, переехал к родителям, к ее родителям, там какой-то домик был такой разваленный, что во дворе удобства, воду за километр носили на плечах. 10 лет я жил в этих условиях. То есть что такое коромысло, вы знаете? Да, вот так носил воду. И все равно мы ездили за город, я сказал жене, до субботы делаю хозяйство, занимаюсь. Суббота-воскресенье мы едем, отдыхаем куда-нибудь, в лес, куда-нибудь, к ручью куда-нибудь, вот так. Вот так я всю жизнь. Понятно. И друзей, вот такие друзья у меня такие были. Нового года даже с друзьями встречали в 20 градусов мороза в лесу. Вот такие вот я. И елку там нарядили, наверное. Да, вот так. Борис Яковлевич, я читал в ваших стихах, есть очень много о футболе. Вы большой любитель футбола? Большой любитель футбола. Играл всегда в футбол. Играл в футбол так, что я был в сборной Харькова, меня взяли. Бить не умел, так не научился бить. Но я въезжал с мячом в ворота. Вот так? Да. Меня никто не мог остановить. Таким быстрым были, да? Да. Скоростной нападающий? Скоростной, техничный. Понятно. Понятно. Борис Яковлевич, вам на своем 80-летнем пути довелось всего испытать. Все, вы и закончили вуз, вы и ездили в колхозы, как молодой инженер, да? Да, конечно. Скажите, конечно. Скажите, а как это вспоминаются, вот эти колхозы? Это как каторга, тяжелый труд или... Нет, наоборот. Как радость и счастье. Как будто на вылазку выехали. Шутили, веселились. Для меня это все было. На лошади научился ездить верхом и так далее. В общем, вот так. Понятно. А вот в этой книжке вашей «АВЭК» это серьезно в моей жизни? Есть подборка фотографий. Я вижу, тут и армейские фотографии есть. Конечно. Вам довелось и в армии послужить? Ну, конечно. А где служили? В Заполярье. За Мурманском. Вот как. Да. То есть вы знаете не понаслышке, что такое заполярный холод, абсолютно, да? Абсолютно верно, что там в любые ватные одежды одеваешь, и все равно пронизывает насквозь. Но зато лето какое красивое. Да. Короткое, но очень красивое. Это правда. Сколько в тундре цветов. Да, 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 да. А ягоды? Ягоды. Ну, свои прелести. Вот служил в армии. Самое интересное, что тогда же был срок службы 3 года. А я служил 1.5. Как это получилось? Первое сокращение. Хрущев сделал это. В 61-м году. И я попал под это сокращение. Это повезло? Конечно. Ну, повезло, что я за 3 лет 1.5 года служил. Приехал. Вы до института служили или после института? Я закончил техникум. Ага. Железнодорожный техникум. И сразу отправили в армию. Пришел с армии. Поступил в заочную, поступил на работу, на завод швейных машин, техником-конструктором. И поступил в заочный институт политехнический. Понятно. Вот закончил его. Работал, потом в Орстанкенпром, проектный институт перешел. Работал, занимался в институте, закончил институт.
стал инженером. Работал долго, много лет инженером. 18 лет я проработал инженером-конструктором. Борис Игоревич, вот если бы вам вот так вот, ну, встретилась там фея или там как это, как кто-то еще, кто мог бы исполнять желание, вы поменяли бы свою жизнь иначе, чтобы она прошла? И что бы вы поменяли в своей жизни? Я всем доволен своей жизнью, всем, абсолютно всем. В первую очередь, женой. 56 лет мы уже с женой вместе. Надо же. 56 надо лет. То есть уже золотая свадьба уже была, прошла, да, бриллиантовой уже, приближаетесь, да? Да, да. Понятно. Вот так, вот это самое главное. Жена у меня великолепная, замечательная. Прожили, дети у меня, двое детей, сын Александр Борисович Фельдман, угу, и дочка, и 5 внуков и 2 правнука. Уже и правнуки. И 2 правнука. Вот так, вот так. А 5 внуков кто? Девочки, мальчики? Внуки все мальчики, одна девочка. Одна девочка. Одна девочка. Сейчас заканчивает 11 класс. Даже такая юная внучка. Да. Понятно. Скажите, вы могли бы что-нибудь из последнего своего прочитать нам? Я хочу рассказать о моментах в моей жизни, порой уникальных, как умел находить я аспекты для решения проблем столь глобальных. Я книгу свою написал о жизни моей многогранной, обо всем я в ней рассказал, но выделяю тему, которую считаю главной. А тема – мои достижения, которыми я горжусь. Я совершал уникальные деяния, где рекордсменом всегда остаюсь. Первым моим достижением, проведя детство среди воров и бандитов, это мое становление нормальным человеком. Говорю громко, открыто. Второе мое достижение – это подарок судьбины, давшей мне в жены Инночке появление любимой преданной жены. Жуткое голодное детство, 7 классов, техникум, армия. Техником на заводе, осваивая конструкторство, мои первые в жизни деловые начинания. Работая на заводе, поступил в заводский институт, перешел на работу в институт «Станкинпром». Женился, семью приобрел, и тут открылась новая жизнь на пути моем. За 7-летнюю работу в Станкинпроме было много интересных событий. Я расскажу о порядке, по порядку, форме и последовательных прохождений. Закончил политинститут технологом машиностроения по специальности. На этом факультете 6 лет преподавал по совместительству. Вот после, так. Еще преподавал. Вы еще и преподавали. После этого, после Понятно. Как закончил заочный институт, в этом же политическом институте. Борис Яковлевич, я вот в ваших стихах здесь, вот да. в этой книге «Я да, жизнь да. люблю», прочитал о том, как, будучи студентом техникума да. железнодорожного, да. вы имели возможность уникальную побывать во всей... Весь Кавказ проехать. Проехать весь Кавказ. За деньги, да. которые... стипендия 160 рублей. Ну, 160 рублей – это на сегодняшний 16. день, наверное, рубль 60, да? Совершенно правильно. Рубль 60. Это, да. я же говорю, уже ездили так, ночевали сначала на вокзал, я взял письмо с техникума, и нам приезжал Горанов, каждый город, и нам давали в школе, на партах спали, где вот так. Ну, я в своем детстве, даже не юности, в детстве, так мы на матах в школах спали. Ну, вот, вот я же говорю, а мы вот так вот, просто на партах, и так до самой Ереваны, вот так, и проехал. Зато у нас было преимущество, бесплатный билет. Вот я им воспользовался, собрал друзей, 5 человек, и мы поехали. То есть все красоты Востока вам все удалось посмотреть? Все красоты Кавказа вы посмотрели. Тбилиси, Ереван, Сочи, все Сухуми. Ну, в общем, все проехали. Борис Яковлевич, не намечаете что-то новое написать, новую книгу издать? Есть? У меня уже есть штук 17 стихотворений написанных, которые еще не изданы. Которые еще не изданы, да? Ну что, уважаемые, я вас желаю, чтобы вы дописали и таки издали. Спасибо, спасибо. И чтобы была спасибо. Причина с новой книгой снова встретиться с нашими телезрителями. Очень приятно. Очень спасибо приятно. Большое. Спасибо за передачу. И спасибо. Вам тоже спасибо. Це була програма «Слобожанщина. Слово», в якій ми зустрічалися з харківським
поетом, бізнесменом Борисом Фельдманом.